Всем привет! Ну вот уже октябрь подходит к концу, а на улице все морозней. Подробнее о погоде в эти выходные расскажу вам я, Александра. По прогнозам синоптиков, сегодня утром будет плюс 11 градусов, днем прогреется до 17. Ясно, осадков не ожидается. В субботу 23 октября утром температура воздуха будет также плюс 11 градусов, днем прогреется до 16. Ясно, осадков не ожидается. В воскресенье 24 октября утром температура воздуха будет плюс 11 градусов, днем прогреется до 13. Переменная облачность, осадков не ожидается. Хочешь, чтобы о твоем бизнесе узнал весь Волгодонск? Такая возможность есть. До конца года реклама на сайте «Блокнот Волгодонск» всего за 1000 рублей. Интересно? Тогда пиши по номеру, указанному в тексте. Всем хороших выходных! Будьте в курсе новостей при любой погоде!